Сейчас сделаем поярче все. Вот. Значит, не взвешивалась я уже года два. Потому что не особо интересует меня мой вес. 64 800. Ку-ку. Ваши многочисленные просьбы. Все так любят цифры. Знать рост, вес, объем, размер. Два года не взвешивалась, но вот, пожалуйста. Такой у меня вес. Но я не вижу ничего интересного. И даже неинтересного как-то. Итак, дорогие друзья, наш организм состоит не только из жира. И когда мы худеем или поправляемся, это не означает, что мы пожирнели или похудели. Дело в том, что мышцы весят гораздо больше, чем жир. Если мы перестаем заниматься активно спортом, то вес наш станет меньше, потому что мышцы начнут таять. Вот. Если мы начнем активно заниматься аэробными нагрузками, кардио, то вес наш станет меньше, потому что жир растает. Но есть еще одна субстанция, которая влияет на наш вес, это вода. И если по каким-то причинам ваш организм сильно держит воду, то вы вполне можете похудеть на 3-4 килограмма за день, просто потому что уйдет лишняя жидкость. Поэтому взвешиваться, ну, честно говоря, совершенно бессмысленная история. Каждый день, да, там, может быть, раз в год, чтобы понимать, на каком вы свете. Но каждый день это бессмысленно. Совершенно.